В Астраханской области произвели запуск ракеты «Искандер-М». На полигоне Капустин-Яр перед бригадой поставили задачу в кратчайшие сроки развернуть комплекс и подготовить его к стрельбе. Цель, которая находилась на расстоянии в 300 километров, поражена успешно. Напомню, сегодня пятый день внезапной проверки войск Южного округа. В маневрах задействованы флот, авиация, сухопутные подразделения.